Высота Гунцанга 4000 метров. Все на доверие. Какули. Идет сегодня хорошо, да? След от пальца на тарелке. Что-то устали. Часа бегает. 200 рублей стоит. Лед на полу, да? Между нами тает лед. Шел 11-й день трекинга. Шалом, друзья. Шли и мы. Израильтян было много в отеле. В 7 утра из отеля Северный полюс мы выдвинулись в Якхарку. Нам нужно набрать где-то около 550 метров высоты. А по расстоянию, по-моему, 9,5 километров. Вот, в отеле мы заплатили 900 рупий. Это за жилье округлили, там 300, типа 250, 200 рублей, 200 рупий за вареный рис пустой, ну, надо было вчера просто рис, вот. И за жареную картошку с яйцом, да, пойдем барабан покрутим на ход ноги. Водопадик замерзший. Аккуратнее, лед. Вон и Гунцанг показался. Кстати, после вчерашнего отдыха и позавчерашней акклиматизации идется неплохо. Да? Как идется? Хорошо. Хорошо идем. Даже наравне практически с местными, которые идут без рюкзаков. Дошли до Гунцанга. Судя по вывескам, насколько понимаем, вот эта вот гора Чулу западная. Да, Чулу Вест. Да, высота Гунцанга 4000 метров, без 10 метров. Thank you.
Kyoto Station. Здесь уже 60 рупий. Что, давай, наверное, сейчас допьем бутылочку, да? Ну, вот здесь вообще Sears Drinking Water Station, самообслуживание. Сегодня 23-е? Все, все на доверии. Можно набрать. Сервис. Какули. Мы где-то не особо быстро, но довольно бодро. За 4 часа 15 минут дошли до Якхарки. Время всего лишь 11:30 еще нет. Мы думаем, сейчас пообедаем и, наверное, пойдем до следующей деревни, Долидара. До нее где-то 2 километра и набор высоты 200 метров. И там уже заночуем. Идет сегодня хорошо, да? Да. Отдохнули, акклиматизировались. А? Впервые. Только от рюкзака вот плечи, конечно, поболело. Отвыкли плечи от полноразмерного рюкзака. Сели, значит, обедать в Торнпик отель. Цены примерно так же, как в предыдущем отеле, что-то даже подешевле. Заказали Надя Далбат. Комплексный обед, так сказать, за 550. Я решил попробовать. Я ассимилировался. Я решил попробовать пюрешку картофельную с сыром за 480. Вот так вот. Вот такая картошечка. Скромненькая. Да, Далбат очень так. И у меня не скромный Далбат. Ложка не очень мытая. Помимо ложки, которую протерли спиртом, вот что след от пальца на тарелке. Кстати говоря, у Долбата есть огромное преимущество перед другими блюдами. То есть всегда можно попросить добавку. Ну, как правило, сами предлагают, там, либо рис, либо дал, либо, ну, как все приносят. Можно есть, прямо объесться. Обед нас немножечко подкосил. Час дня, вышли мы из Якхарки. Ну, еще не вышли, вон там еще какие-то домишки виднеются. Что-то это, после обеда тяжело. Опа! Показалось. Что-то устали. О, дошли мы до Лидара, причем меньше, чем за час, довольно не спеша. Хрен знает, куда заселились. А что, светленькая комната? Такая. Мазанка. А? Мазанка. Ну что, фанеру что-то промазали? Ну что, очень аутентично. Не, ну главное, простор есть. Тумбочки жалко нет. Подоконник есть. Да, тумбочки нет. Нормально. Слушай, тепло. Потому что это, на солнце. Хорошо. А, значит, так вот. Ну, туалет там. Жесть? Да. Завидно, нет, лиса бегает. Любопытная. Угу. Голодная или бешеная. Отель через Лаптар. Газовый душ есть. 200 рупий лёд, стоит. Лёд на полу, да? Между нами тает лёд. Вон, 200 рупий. Ну, в принципе, для такой высоты, для горячего душа цена, я считаю, адекватная. Угу.
О, нормальный. О, здесь печку здесь затопить вечером, вообще огонь. Да? Взяли лапшички, просто жареные. А у меня макароны вареные с сыром. Вот. Ну, выглядит очень даже ничего.